Здравствуйте, с вами канал на IMDb. Сдержанный в эмоциях Козерог, как и многие, мечтает о счастливых, доверительных и перспективных семейных отношениях. Козерог очень тщательно подходит к поиску спутника жизни, и он не станет строить отношения с недостойным его человеком. Козероги в отношениях и любви. Козерог – это довольно замкнутый знак зодиака, который далеко не всех впускает к себе в сердце и в душу. Он не пессимист, но смотрит на жизнь и на любовь рационально, не желая надевать на себя розовые очки. В молодости козероги могут чувствовать себя неуверенно и скованно в общении с противоположным полом, из-за чего у них возникают серьезные трудности в построении любовных отношений. Зато, обретя уверенность в себе и став успешными и опытными людьми, они стремятся быстрее устроить свою личную жизнь. Как правило, чтобы достичь внимания избранника, Козерог старается всячески продемонстрировать ему собственную состоятельность и успешность. Мужчина-Козерог мечтает быть для избранницы принцем, а женщина-Козерог поразит избранника не только сногсшибательным внешним видом, но и своей готовностью к созданию крепкой и счастливой семьи. Для того, чтобы определить, насколько ему подходит тот или иной партнер, Козерогу нужно время на то, чтобы дать утихнуть первой страсти. Козерог серьезно относится к процессу ухаживания и старается показать себя с лучшей стороны. Козероги не романтики и не мечтатели, поэтому они понимают, что без проблем в любви не обойтись. Ради сохранения мира в отношениях они готовы справиться с любыми имеющимися проблемами. Козерог не привык разбрасываться деньгами, и свой достаток, положение в обществе и карьеру всегда ставит на первое место. Но его избранник сможет жить в уюте и комфорте рядом с ответственным и порядочным козерогом, даже не имея доступа к его личным сбережениям. Недостатки знака Козерог. Недоверчивость. Козерогу сложно поверить в бескорыстную и искреннюю любовь. Он убежден, что взаимовыгодные отношения гораздо практичнее и надежнее, чем сентиментальная привязанность. Поэтому убедить его в обратном будет очень сложно. Скупость. Некоторые козероги – патологические скупердяи. Нередко их любовь к экономии граничит с настоящей жадностью. Понять их смогут только те знаки зодиака, которые и сами привыкли так же бережно относиться к деньгам, как и козероги. Скрытность. Козероги довольно закрытые люди, привыкшие скрывать свои чувства из-за нежелания впускать кого-то в свой внутренний мир. Им трудно даются проявления любых эмоций, поэтому некоторые люди считают козерогов бездушными и бессердечными людьми. Самая лучшая совместимость. У союза козерога и девы очень высокие шансы на долгую и счастливую совместную жизнь. Этим двум интеллектуалам всегда интересно вместе. У них схожие морально-этические принципы и отношения к жизни в целом, что обеспечивает им глубокое взаимопонимание и отсутствие ссор. В паре рыбы и козерога партнеров и правда можно считать половинками одного целого. Настолько удачно им удается дополнять друг друга. Рациональный и практичный козерог обеспечивает рыбам необходимую поддержку, заботу и защиту. А загадочность и одухотворенность рыб влияет на консерватизм козерога, расширяя его горизонты совершенно новыми понятиями. Как правило, рыбы и козероги создают по-настоящему счастливую семью с взаимным уважением и взаимопониманием. В паре тельца и козерога партнеры имеют поистине уникальную совместимость. Преданность козерога своему делу восхищает тельца, а козерог в восторге от целеустремленности и напористости тельца. Эти отношения будут стабильными и надежными. Они позволят этим сдержанным знакам зодиака открыть друг другу свой внутренний мир и впустить в их совместную жизнь искренность и глубокие чувства. Обычно тельца и козерога ожидает долгая и счастливая семейная жизнь. Самая худшая совместимость. Между козерогом и львом может возникнуть взаимная симпатия или влюбленность. Однако очень быстро их настигает взаимное разочарование. Партнеры столкнутся с огромной разницей не только в характерах, но и во взглядах на жизнь. Невероятно эмоциональный лев загоняет скрытного козерога в тупик. А еще козерог не пытается восхищаться своим избранником, не удовлетворяя одну из важных потребностей льва в отношениях.
Частые ссоры этих двух противоположностей ведут к краху. Союз Козерога и Стрельца заранее обречен на провал. Страсть – дело проходящее. Когда она начинает гаснуть, партнеры тут же заметят все изъяны друг друга. Козерог не захочет мириться с легкомысленностью и ветреностью Стрельца, стремясь загнать его в жесткие рамки. Однако Стрелец не позволит своему властному партнеру посягать на собственную независимость. Он просто тут же закончит эти отношения. В отношениях Козерога и Овна не обойтись без частых конфликтов и разногласий. Страсть и буря эмоций первое время могут охватить партнеров настолько, что все проблемы покажутся им несущественными. Напористость Козерога добавит в жизнь Овна немного дисциплины, а импульсивность Овна внесет долю разнообразия в серость налаженной жизни Козерога. Однако неготовность партнеров идти друг другу на уступки в поисках компромиссов, скорее всего, приведет к разрыву. Отношения со средними шансами. Отсутствие взаимопонимания – это главная проблема в отношениях Козерога и Рака. Частая смена настроения партнера быстро утомляет спокойного Козерога, тогда как Рак не может смириться с бесстрастием и отстраненностью своего спутника. Желание Козерога взять верх над более слабохарактерным Раком может привести его к полной отчужденности и замкнутости. Только научившись прислушиваться к желаниям избранника, эти два знака зодиака дадут своему союзу шанс на счастливое будущее. В паре двух козерогов каждый из партнеров будет искренне боготворить избранника за его достоинства. Им будет вместе очень хорошо и в личной, и в профессиональной сферах. Эти два трудоголика прекрасно сработаются, однако даже таких практичных и консервативных личностей может замучить обыденность. Обычно женщина-козерог менее апатична, поэтому ей удается радовать своего избранника разными приятными неожиданностями, делая его скучную жизнь ярче и разнообразней. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был канал на MDB. Спасибо, что вы с нами, и до встречи!